Государственный центр современного искусства. Центр современного искусства. Вход. Ой, какие девчонки там танцуют, идут. Атмосфера праздника. А вы экспонат, да? Я художник. Художник, да? А вы похожи на героя компьютерной игры «Сталкер». Нет, вы нарисовали сами себя, да? Это образ дедушки стрит-арта. Я сижу в образе дедушки стрит-арта. Дедушка стрит-арт – это образ музы, вдохновления для художника. Стрит-арт – это такое понятие идет, что не снаружи, а внутри человека. Видите, ребенок сказал, на робота похож. У всех по-разному, кто-то демон говорит. Но детям нравится. Пустынный человек из «Звездных войн». Да, вот мне тоже сейчас с глазами что у вас? Глазами. Глаза, ну так, болят. Болят. Тина, Кристина! Хрящи, свищи, а также прочая зеленая падаль морального разложения. Убрать гнили! Уйдите болото! Мы, дети болот, не скрывающиеся, не прикрывающиеся лицемерием багрового заката, сулящего нам хорошую погоду. Мы, ни на миг не оставляющие своей зловонной лужи, не скрывающие своего естественного цвета, мы в большей степени красные, чем те, чья продажная шкура навечно обречена плать от стыда и страха. Это непосредственно зал прощания, где проходят церемонии согласно воинскому обряду. Обратите внимание, здесь флаг Российской Федерации с медалями орденами Российской Федерации. Это похоронный дом Вознесения. Совершенно неожиданный подход к ночи музеев, потому что ожидаешь увидеть в похоронном доме, но только не это, вот разве что гроб. Это для ночи музеев специально Георгиевский зал организован была экспозиция памяти Романовых? Именно день памяти Романовых в ночи музеев. Но весь антураж, Георгий сказал, это то, как есть, в каком антураже проходит настоящая церемония. А в повседневности здесь, в этих помещениях, что находится? В повседневности вся экспозиция, ну, кроме Николая II, все флаги, все ордена. А как оно в служебных целях используется? В служебных целях военный церемониал очень сложный, внесение флага сухопутных войск. Вот, там очень много есть. А, то есть он, это специализированный зал для, для военнослужащих? Для похоронных военнослужащих. Потому что, оказывается, в Екатеринбурге нет помещения, где можно проводить похороны согласно воинскому обряду. Прощаются в театре драмы, прощаются прямо, где невозможно обеспечить ни психологическую, ни инфекционную, ни логистическую безопасность.